На очереди криминальная хроника. Знакомство в состоянии алкогольного опьянения привело пензенца на больничную койку, а одного из его собутыльников на скамью подсудимых. Застолье закончилось грабежом с применением насилия. В полиции потерпевший заявил, что познакомился со своими обидчиками возле магазина. Те предложили совместно выпить. В итоге веселый вечер едва не завершился трагедией. Когда мы вышли на улицу, ребята спросили, есть ли у меня еще деньги. Я говорю, нет, ребята, я пойду домой. После чего один из этих ребят предложил сдать телефон в ломбард, с чего я отказался. То есть он намекнул на мой телефон, я отказался. Разозлившись, злоумышленник начал наносить потерпевшему телесные повреждения. В результате конфликта мужчина нанес потерпевшему несколько ударов табуреткой по голове, после чего вывел заявителя на улицу, где продолжил наносить телесные повреждения, и открыто похитил у него сотовый телефон. Злоумышленника полицейские отыскали быстро. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Пензы 1982 года рождения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.